Кайф. Крутотенечка. Забрал сегодня игру и буду вам показывать. Приятного просмотра. Запускай впервые. Всю жизнь, проведенную в погоне за знаниями, меня мучил вопрос. Как же возник наш мир? Предтечи исчезли 1000 лет назад, запустив уничтожение жизни. Она показала мне, как мир возродился. Юная изгнанница, не ведающая своей важности. От нее я узнал, что жизнь спасло технологическое чудо. Новый рассвет. Система терраформирования из 9 программ функций. Вместе они могут превратить Землю из голого камня в цветущий мир. Хранимый и оберегаемый машина. Я сумел раскрыть тайну рождения девочки. Важнейший секрет. Она клон Элизабет Собек, создавший новый рассвет. Рожденная предотвратить новое истребление. По плану Аида, спятившего ИИ, которому дал сознание таинственный сигнал неизвестно откуда. И с моей помощью она победила в великой битве за город Меридиан и стала защитницей всего человечества. Она была очень полезна, но я должен двигаться дальше. Она хочет исправить все, что натворил Аид. А я совершил новое открытие. Что возвещает разрушение и возможность. Спрутов, что ли, запустил? Обалденно. Видно, субтитры с фоном будут. О, прикольная вибрация у джойстика от PlayStation 5. Красота-то какая. Я не успеваю, Элизабет. Земля гибнет.
Люди страдают. Скоро начнется голод. Твоя система терраформирования пошла в разнос. И только я могу все исправить. Только во мне живы твои гены. Скоро мы достигнем критической точки. И тогда мы вымрем. Я много месяцев искала то, что мне нужно. Копию Геи, управляющего искусственного интеллекта. Она взорвала себя. Но ни одна зацепка не привела меня к цели. Каждую ночь я вижу один и тот же сон. Я иду под сияющим звездным небом, по цветущему полю. И когда прихожу в самый его центр, я вижу тебя, Элизабет. Ты ждешь меня. Пусть ты погибла 1000 лет назад, но ты близка мне, как родная мать. И на мгновение я счастлива. Но ненадолго. Интересно. Я всегда остаюсь одна. И помню, что-то такое. Ты спасла этот мир для нас, Элизабет. И я не брошу его в беде. Моя последняя зацепка ведет в эту долину. Я должна найти копию Геи. И я сделаю для этого все. Обещаю. Вот я что-то не пойму. Броня, та, которая, с которой я первую часть закончил. Вару? Да это же Элой, спасительница Меридиана, избранная Нор. Ты же знаешь, я ненавижу эти регалии. Ну, считай это наказанием за то, что сбежала в ночь победа над Аидом. Ты помнишь, что я выросла изгоем? Я не умею праздновать. Да. Но праздник был в твою честь. К слову. Что ж, какое у нас дело? Раз ты сбежала, значит важное. Нам надо лезть в руины? Или пытаться справиться с порчей? И то, и другое, но я... Я должна... Ну нет. Я долго тебя искал. Послушай, после всего, что ты сделала для Нора и моей семьи, я поклялся помогать тебе. И знаешь что? Я пойду за тобой. Мы теперь связаны. Раздобыть себе гарнитурку. Но если ты пойдешь со мной, ты должен видеть то же, что и я. Угадал. Визор? Я и не надеялся видеть, как ты. Потом дам еще один и покажу, как делать копию данных. Данных? Информации в устройстве нужно много объяснить. Сделаю это по дороге.
И ты всегда вот так видишь? Да, с самого детства. Давай. Идем. Что ж, по пути сюда я заработала пару ссадин. Найдем лекарственных растений про запас. Это будет первый урок обращения с визором. Согласен. Давай начнем. Растения здесь не такие, как в священной земле. Визор покажет те, что нам нужны. Ага, зато сразу становится лучше. О, ладно, так. Идем дальше. Можно собрать еще растений по пути. Да, хорошая мысль. И пойму, 30 кадров, что ли? Тут тебе пришлось долго сюда добираться, и я тебя пару раз едва не догнал, но поспеть за наездницей на машине тяжело. Ты никогда не терял сил. Местами порча отслаивается. Мертвая кожа. Так она распространяется. Вон руины. Куда нам и надо. Тут несколько спусков. Что именно думаешь? Копию. Искусственный интеллект. Сложно объяснить. Считай, что это набор действий, которые могут все исправить. Звучит серьезно. Блин. И я смотрю, путешествуешь налегке. Да, угодила в беду. Красиво. Это какие штуки? Что за порча? Да, то есть это какие-то бактерии, микроорганизмы. Надо искать другой путь.
Так, как же сюда пролезть? Можно собрать еще растений по пути. Да, собирай, собирай. А, вот. Хорошо. Собираю детали машины, как всегда. И след простыл. Они бросили корпус машины. Круто, круто, круто. Интересно, тут тоже обзорные точки есть. В той машине куча стрел. Взгляну поближе. Машина подбита совсем недавно. Кому еще тут охотиться? Не знаю, но стоит изготовить стрелы. Впереди может ждать опасность. Хорошо, что мы собрали немного древесника. Ладно, надо изготовить стрелы. Готово. И у меня. А где весь инвентарь-то? У меня ж там столько всего было. На платину даже, по-моему, пройдено. Там лестница. Но отсюда до нее не достать. Точно, пущенная стрела всегда поможет. Нужно только прицелиться. Соло. Ты первая. Эти данных в этом сообщении, что я нашла, не уточнялось. Только что копия может быть здесь. Надо как-то попасть внутрь. Тачка. Что было в Меридиане, когда я ушла? Когда все поняли, что тебя нет, начался переполох. Но потом кое-кто из нас понял, раз ты ушла, значит так надо. И вы были правы. Нормально. Нашла что-нибудь? Чуток припасов. То есть еще и так можно. Ну ладно. Кажется, тут мы не пройдем. Древний блестящий браслет. Давай вниз. Ух ты! Давай в траву. Тарек. Я тоже.
Харюк. Все машины были в состоянии тревоги. Как мы с ним справимся? Визор поможет. Перед тем, как напасть, стоит его просканировать. Сейчас. Так, ты видишь, некоторые детали светятся. Это слабые места. Ясно. Как можно? Как там? Нарокоп. Его глаз. Слабое место. Так, верно. Там еще один. Где? Я сначала его облутаю. Ага, вот он ты. Ой-ой. Как-то слишком быстро. А когда кончился переполох, чем занялись остальные? Ну, как только закончилось празднование, готов. Король Солнца отправил людей восстанавливать город, а я пошел искать тебя. Кто-то подстрелил и эту машину. Да, окружение, конечно, офигенное просто. Звук. Просто ходить и слушать. Ты говорила, что нашла Лизу еще рядом? Да, он лежал в руинах, куда я случайно упала. А другие нашла недавно в старом тайнике. Иметь запас полезно. Мы идем в руины предтеч. Защити нас, Бадья. Не переживай, Бадья. Так, ну лестницу уже наводил. Сюда. Приветствуем в пусковом комплексе Дальнего Зенита. Дальний Зенит? Они менялись технологиями с новым рассветом, но откуда у них копия Геи? Пожалуйста, зарегистрируйтесь на экскурсию. Кажется, они приглашают нас подойти. Пройдите сканирование. Доступ закрыт. Пожалуйста, подождите сотрудников охраны, доктор Собек. Ага. Похоже, они не очень-то ладили с Элизабет. Что ж, надо попасть внутрь. Пройдите сканирование. Доступ закрыт. Личность не опознана. Я этой штуке тоже не нравлюсь. Кажется, ее можно вскрыть.
Так, тут какие-то местные жители уже. Так. Строечки бы посмотреть. Жень. Сразу 60 кадров. Но красоты нету. Снаряжение скалолаза. Похоже, кто-то спрыгнул сюда. Может, его оставил тот, кто подстрелил машины, что мы нашли? И куда он делся? Где-то тут шастает, видимо. Можно закурил в постели. Фу. Не курите в постели. В принципе, не курите. Фу. Что это за вонь? Весь лагерь разрушен. Наверное, они пришли сюда за трофеями. Кислота. Понятно, чем тут пахнет. И похоже, что-то большое упало сверху. И разнесло весь лагерь. А потом и стену. Надо осмотреть завалы в той расщелине. Звук самолета, что ли? Как же что-нибудь интересное положить. Когда та штука ушла в пролом, все это обвалилось. Если вытащить часть обломков, можно будет протиснуться внутрь. Может, в лагере найдется что полезное? Элой, сюда. Кажется, я что-то нашел. Похоже, это какое-то изобретение Азирам. Этот крюк может цепляться за что-то. А механизм его притягивает. Оно сломано, но может мы его починим, зацепим за обломки? И притянем. Попробуем. А визор поможет найти в лагере детали для починки устройства. Визор обнаружил пару интересных вещей. Бедняк. Кислота прожгла его броню. Деталь машины. Шарим. Пригодится для починки. Дальше-то куда? Ага. Тут еще что-то. Быстрее. Кабель машины. Прочнее веревки. Отлично. Кажется, я собрала все для ремонта инструмента. А может... Может... Может и нет? Отлично. Кажется, я собрала все для ремонта инструмента. А может, даже для улучшения. Воспользуйся верстаком. Где верстак?
Вот это не зря. Люка, вот. Как в Гарри Поттере. Или нет? Крюкохват готов. Теперь надо его испытать. Два. Видите, треугольник. Угу. Лучше, чем я думала. Да. В лоб получить железякой. Отсюда будет легко выбраться. Просканирую местность. Надо найти путь дальше. О, а это что такое? Может, сумею забраться туда? Вряд ли я дотянусь отсюда до лестницы. Можно попробовать ту дверь. Но как туда подняться? О, консоль, это хорошо. А это что? О, доброе утро. Я Освальд Дальгард. И я рад представить вам проект «Дальний зенит». Что бы вы ни слышали о наших целях, они предельно просты. Наш девиз — добраться до звезд, даже если придется пересечь почти 9 световых лет пустоты. Пожалуйста, пройдите в общий зал. Там мы представим наш план. Точно. Интересно, что в этом общем зале? Все эти руины очень похожи на фильм «Машина времени». Почему я не могу сюда залезть? Тут же все вроде как хорошо и приспособлено для этого. Это в прыжке, что ли, сделать? Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей, поднимись. Придется подняться и скинуть ее. О! Какое-то место нашел. А как это использовать? Специально отмеченные точки. О. Ого, получилось. Крюкохват — полезная штука. Жаль, что он всего один. Не переживай, я найду тебе путь наверх. Да. В
Почему нельзя залезть туда? Чё туда залезть? Да, игра, конечно, отличается от первой части. Так, надо скинуть лестницу Варлу. Спасибо. Красотища-то какая. Преодолевали границы, исследовали, прокладывали новые пути. И вот дальний зенит готовит новый скачок в будущее. Мы гордимся тем, что воскресили Одиссею. Правительство бросило ее на орбите, а дальний зенит вернул к жизни всего за десяток лет. Но это только начало. Когда корабль будет готов, мы пошлем Одиссею с ее экипажем туда, где люди еще не бывали. Сириуса. Там мы создадим первую звездную колонию. Офигенно, если у них это получилось. Понадобится 300 лет, чтобы добраться. Но глядя на ночное небо, мы будем знать, что она в пути. И как говорил наш основатель Питер Чивумбе, истинное бессмертие заключается... Данные повреждены. Конец просмотра. Предтечи могли летать по небу? Между звездами? Ну, да, вроде как. Тот корабль, Одиссея, так и не долетел до звезд. Что-то пошло не так, он взорвался. Варл, наверное, прифигел от того, что... Поэтому Элизабет отдала им копию Геи. Для колонии? Ошибка. Данные презентации повреждены. Доступен файл набора участников. Активировать его? Да. Давай. Активируй. Посмотрим, что еще они расскажут. Мы все знаем прогнозы. Нестабильная экономика. Новые инфекции. Бунт роботов. Сколько осталось до катастрофы, которая заденет даже мировую элиту? Мы в дальнем зените считаем. Не надо ее ждать. Мы полетим к звездам. Мы показали вам, что создаем тут. Площадку для восстановления Одиссеи. Суперсовременный центр данных для ускорения технологического прогресса. И вы видели, как мы добиваемся общественного признания. Так сделайте свой вклад. Закажите каюту на Одиссее. Живите так, как привыкли, вдали от земных проблем. Что ж, это правда был конец света. Но они не знали... Какой?
Значит, все, что они тогда говорили про новый скачок в будущее, это была ложь. Этих людей заботило только спасение своей шкуры. Ну, да. В итоге у них ничего не вышло. Этот Освальд упоминал центр данных. Это важно. Вот, копия данных. Она должна быть там. Переплыть не получится. Значит, найдем путь в обход. Идем. Чего умели. И хорошего, и плохого. Это точно. Интересно, каково это? Лес захватил все это здание. Так. Казушница. Идем дальше в жуткие руины. Ползашмык. Это наверх. Ползашмык. Осторожно, они не должны вызвать на помощь подземных друзей. Кумицы, это прикольно. Левая твоя, а я займусь той, что справа. Ладно. С помощью копья. Нельзя попадаться. Сначала нужно просканировать. Проклятье, заметили! Ромео. Похоже, здесь тоже котлы будут.
Проклятье, заметили! Да. На подходе. Надо подкрасться и вырубить ее с помощью копья. Нельзя попадаться. Сначала нужно просканировать. Не знать маршрут. Подберусь поближе. Главное, не заметить. Перевый охотник дождется добычи. R1. R1. Оп. Спеклась. Получай. Норка. И моя готова. Впереди еще машина. Мы с тобой справимся. Да здесь нет. Есть бесшумная атака. Да ладно, что, не помогло, что ли? О! Ой-ой-ой. Успокойся. Так, вот ну да. Тут же новых нету. Кстати, я тут заметила, ты решил немного сменить стиль. Да, все никак не успевал побриться. Торопился найти тебя. Не переживай, это не навсегда. Хорошо. Прости, что смутил тебя усиками, избранная. Так, куда бы? Куда бы? Поиск, поиск. Похоже, этот малыш попался в ловушку порчи и не выбрался. Налейся-ка, жалко. Тут за бактерии, что ли, распылило ид. Интересно, конечно. Тут же ресурсов планеты, в общем-то, не хватает. Да и программа управления сломалась. Гея Прайм. Похоже, Азерам использовали взрывчатку против машин.
Им удалось парочку завалить. Похоже, там было заграждение, и машина его прорвала. Потом пригодится. Похоже, озерам не успели им воспользоваться. Зельем-то? Осторожно, ловушки. Попробую их обезвредить. Кстати, полезная функция. Вот, получила немного припасов. Главное, убрала, что ты цела. И получила еще припасы. Еще один лагерь. Пока мы здесь, давай сделаем свои ловушки. Пригодятся в сражениях с машинами. Это мысль. Это пригодится. Все забираем. Все. Все, чтобы собрать ловушку. Мусорник. Поищем его слабые места. Может, соберем ловушки? Они помогут нам тут пройти. Ой. Я тут нет. Тут на падальщика похож. Ну да, это падальщик и есть. Сорник. Зачем переименовали? И почему он не жрет нарокопа? Давай. Прибегай. Готово. Падальщиков-то что можно было дальше приручить. Падальщиков-то надо было приручить, чтобы они были уж своими. Они все такие. Так, вот все. Все, вот так. Оп. Зацепки. Зацепки. Надеюсь, не вижу. Красиво.
Там снаружи серьезная буря. Ага. Они все сильнее. И все чаще. Все эти бури, порченные земли, реки и озера, задушенные водорослями. Тебе суждено исправить все это? Да. Но без копии данных я не справлюсь. Кажется, мы нашли способ попасть в центр данных. Давай срежем через то большое здание справа. Какое справа тут большое здание? Что у нас тут? Элой, гляди, что тут. А, вот да. Что это за штука? Это данные. Их можно просканировать визором. Погляди. Кучка. Торговый договор нового рассвета. Поверхив прототип Гомер. Альфа-версии баз данных Аполлона. За неделю до старта Одиссеи. Так. А Аполлон это вроде как раз вся... Дальние зениты, новый рассвет, обменивались технологиями. Но все равно... Аполлон это же все знания. Надо поискать еще данные. Которые зафигачил. Сбрендивший этот... Техномагнат. Забыл, как его зовут. Подскажите, если помните. Кажется, придется лезть. Ладно. Мы не боимся лезть. И лезть не боится нас. Пойду. Сразу наверх. Ух, ты там как? Хорошо. Жива. Похоже, мы тут не пройдем. Можно прыгнуть и... Правильно, ты... все-таки тысяча лет. Тысяча лет все-таки, да. Похоже, тут проводили заседание. Дверь на той стороне заперта. Там у стола еще одна светящаяся штуковина. Анзу. Система терраформирования «Новый рассвет» — дитя доктора Элизабет Собак. С помощью 9 вспомогательных функций — Гея, ядро системы — способна находить оптимальные планетарные решения и принесет очевидную пользу при создании наших колоний. Первая фаза операции — внедрить агента в проект «Новый рассвет». Завершена. Вторая фаза. Агент снимает копию Геи и ее вспомогательных функций и тайно отправляет в наш центр данных. В случае успеха персонал нового рассвета даже не узнает об этой передаче. Риски. Спорвали. Если агент провалится, новый рассвет может разорвать договор о покупке базы данных Аполлона. Операция должна быть тщательно скрыта от Трэвиса Тейта, разработчика протокола AID. К тому же, нужно проявить осторожность в отношении самой доктора Собак. Она один из лучших инженеров мира и могла предусмотреть дополнительные меры безопасности. Полный анализ в приложении. Данные содержат сводный отчет. В журнале сказано, Элизабет выслала копию, но это вранье. Зенит украл Гею. Элой? Почему вы с той женщиной похожи? Знаешь, Варл, мы с ней похожи, поскольку мы одинаковые. Генетически. Но она была одной из предтеч. Почему ты — это она? Потому что меня не родили.
Меня сделала машина. Поэтому еще в детстве меня и изгнали. Я не понимаю, что за машина сделает человек? Я говорила, что копия данных — это как набор действий, но не только. Ее зовут Гея. И долгое время она заботилась о мире, пока ей не пришлось уничтожить себя. Она создала меня, чтобы вернуть ее. Я одна на это способна. И здесь моя последняя надежда. Богиня говорила с тобой, когда ты пошла в гору Великой Матери. Это и была Гея? Да, но она не богиня, Вар. Богини нет. Откуда тебе знать? Звучит, будто она дала тебе тайное задание. Я долго в этом разбиралась. И ты поймешь. Визор поможет. А пока в отчете сказано, что украденную копию Геи переправили в центр данных. Туда нам и надо идти. Ясно? Класс. Класс. Куковина какая-то. Погляди-ка. Элой, иди сюда. Я нашел кое-что полезное. Оружие. Спасибо, Варн. Нам пора в путь. Ты первая. Ями. Так, ладно, пока пора закончить. Только поскорее выпустить видео. Спасибо за внимание. Комментируйте. Будет очень интересно ваше мнение. Пока.